Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия мечтает о вхождении в Евросоюз к 2030 году вместе с Южной Осетией и Абхазией. Мы давно поняли, что мечтаем о разных вещах, и пока грузины мечтают, мечты о Осетии уже сбываются. Первая наша главная мечта уже сбылась в 2008 году. Мы стали независимым государством. Наша вторая многовековая мечта, чтобы Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации и наконец-то объединилась с нашими братьями на севере. Так что наши мечты с Грузией идут по разным дорогам и в противоположных направлениях.